Завершились работы по ликвидации последствий утечки топлива в акватории Башнякова после столкновения иностранного грузового судна и плашкоута. Задача перед спасателями стояла непростая – оперативно убрать топливо с места инцидента. Произведен мониторинг акватории на предмет наличия нефтяных пятен. И после всего этого, сбор нефтепродуктов, которые были на акватории. 7 сотрудников морской спасательной службы и 13 работников порта собирали нефтепродукты в специальные баки и вывозили на берег, вновь и вновь возвращаясь к месту протечки. Локализовали ее специальными боновыми ограждениями. Конструкция позволила удержать мазут на месте. Боны, кстати, уже сняли. Это значит, что акватория чиста и угрозы нет. Весь мазут был снят, так как ставили мы сорбирующие боны, то есть они все впитали в себя. А часть мы уже собрали оборудованием. И на завершенной стадии мы уже просто снимаем боны. То есть уже все, весь разлив устранен. Моряки сработали быстро, топливо не успело разойтись. Здесь помогла погода. Полный штиль на море остановил распространение веществ. Сразу после столкновения китайские рабочие с иностранного судна откачали мазут из пострадавшего танка в другой, сведя к минимуму объемы разлива в море. По словам специалистов, разлива нефтепродуктов в акватории нет. И все мазутное пятно локализовано возле судна. Мы это можем проверить. У нас есть белая перчатка. Насколько мы знаем, все нефтепродукты очень быстро оседают на предметах и остаются в воде. Если прикоснуться к камню, все чисто, естественно, на воде никаких пятен тоже нет. Сейчас по факту столкновения проходит проверка. Транспортной прокуратуре предстоит разобраться в причинах произошедшего. В ходе настоящей проверки будет дана оценка деятельности портового контроля, где будет дана оценка своевременности и полноте проведения аварийно-спасательных работ на воде, а также будут выяснены вопросы, связанные с безопасностью мореплавания. В любом случае, главная задача уже позади. Угрозы для экологии нет, вода в акватории чистая. Восстановительные работы иностранного судна будут произведены в ближайшее время. Мы ожидаем сейчас инспектора РМРС, который произведет обследование повреждений и даст заключение. Возможно, ремонтировать его в нашем порту. Если такой ремонт возможен, то мы заключаем договор со специализированной организацией, которая произведет ремонт. Откачанный мазут в порту не останется, а все отходы отправят спецорганизации, которая займется утилизацией топлива. Олеся Львова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ.